привет, с вами снова Жека. Вот мы добрались на водопад. Вот, водопад красивый. Природа классная, вода пресная. Парк красивый, люди приезжают отдыхать, можно вот под водопадиком искупаться. Как мы видим, людей много. За человека нужно отдать 200 бат, но это вход за сутку. Плюс, допустим, стоянка машины 100 бат. Стоянка мопеда 20 бат. Но, как я уже вам неоднократно рассказывал, мы немножко поторговались и заехали без стоянки. То есть мы дали 400 бат за двоих. Вот, чтобы сюда попасть, посмотреть на эту природу, на эту красоту. И сейчас мы уже мокрые, пока поднялись, раздеваемся и туда ныряем. Красота. Ай, красавчик! Приезжайте, отдыхайте, прикольно. До встречи, пока.